Одно из важных условий поставки природного газа потребителям – это ежегодное проведение технического обслуживания внутриквартирного газового оборудования в рамках договора, заключенного специализированной организацией. В целом по региону почти 300 тысяч жителей заключили такие договоры, а 120 тысяч добросовестных потребителей обеспечили доступ сотрудникам специализированной организации «Газпром газораспределение Ульяновск» для проведения техобслуживания бытовых газовых приборов. Но есть и такие жильцы, которые отказываются предоставлять доступ специализированной организации к газовому оборудованию. Рейд по выявлению подобных нарушителей совместно с представителями жилищной инспекции, районной администрации, полиции газовики провели в Ульяновске и в многоквартирных домах железнодорожного района. Техническое обслуживание – это комплекс мероприятий, направленных на обеспечение безопасного использования, исправности газового оборудования и работоспособности. В состав технического обслуживания входит проверка герметичности внутридомового газового оборудования, внутриквартирного газового оборудования, проверка автоматики безопасности, проверка наличия тяги в домовом и вентиляционном канале, проверка работоспособности запорной арматуры, визуальная проверка целостности состояния окраски, футляров, заделка футляров, проверка состояния креплений и, самое главное, это повторный инструктаж потребителей. На каждого собственника, в квартире которого есть газовые приборы, возложена обязанность по их безопасному содержанию. На каждое уклонение от проведения комплексного обслуживания газовиками составляются акты недопуска и передаются данные в жилищную инспекцию. Нарушителю грозит административный штраф. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях содержит статью 9.23, которая предусматривает ответственность за, во-первых, незаключение таких договоров и, во-вторых, за недопуск представителей специализированной организации к оборудованию для его обслуживания. Периодичность проведения работ по обслуживанию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования закреплена в правилах 410, которые утверждены постановлением правительства и составляют один раз в год. Случаи уклонения жильцов от проведения технического обслуживания, к сожалению, не редкость. По итогам рейда 74 абонента не обеспечили доступ к газовикам, даже несмотря на предварительные уведомления о проведении работ и размещении объявлений. Здравствуйте. Здравствуйте. С Горгаз, плановый осмотр газового оборудования. Я хозяина нет. Без хозяина хозяину позвоню. С хозяином не берем выпускаться. У нас осматривали, да, ну все, два раза в год. Абонентскую книжечку предъявите, пожалуйста, чтобы мы могли посмотреть. Когда что? Абонентскую книжечку по газу. У меня нет. В этом году специалисты ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» направили свыше 28 тысяч уведомлений потребителям о необходимости проведения технического обслуживания газового оборудования. Все работы в период пандемии специалисты проводят, соблюдая меры профилактики. Дезинфекция рук при входе в квартиру, наличие средств индивидуальной защиты. Для обеспечения собственной безопасности важно внимательно относиться к состоянию газового оборудования в своей квартире и своевременно проводить техническое обслуживание. Александра Никитина, Руслан Баталов, новости Управда ТВ.